Фантазия у меня не уёмная, а времени, к сожалению, мало. Поэтому из проекта по написанию своей сериалки, ну, вообще была идея написать сериалку, которая простая, потому что все существующие, они написаны в духе «Вот вам инструмент, страдайте». И как хотите, так и делайте. У меня была идея написать сериалку, которая подсказывает, что нужно делать людям, чтобы, собственно, там, делать практику у себя внутри. Вот, на практике это получилось что-то вроде «Что на бетоне, я не знаю, бетон можно написать за 4 часа». Вот, поэтому у меня есть страничка, которая берет коммит из репозитория гитового и позволяет вот ее куда-то этот коммит задеплоить. Например, сейчас на вроде первый коммит. Все захаркожено, никаких прочих добавить ничего. Воспользуйся ради истории, много пишется в каком-то виде. Поэтому там Монго формально тоже прикручено. А так в масках, ну, пусть там распределяется. Так, а какой план дальнейший? План вообще дописать, потому что штука мне нужна. Есть очень много ПХПшников, которые все и хотят, но делать для этого ничего не умеют. Соответственно, дописывать нужно. А в GitHub или там другой гид, или только в GitHub? Вообще чем забираешь? Забираю по этим модулям GitRepo, то есть это обычный подходящий или стандартный модуль. Соответственно, работает там с любым гидом, то есть чекаю, что локальный, и хэши другой из локальных опять. На сервере вот тоже должен быть подключен гиду, или ты их локально собираешь, и все просто оплатишь на сервер? Сервер сам, ну, то есть я иду по SSH на стейдж сервер, там делаю git-fetch, git-checkout и приехал. Понятно. По SSH, соответственно, самого года через параметры. А вот всем понятно, после того, как ты выбираешь комиссию, нажимаешь deploy, что там под капотом вообще происходит, как он деплоит? Ну, отходить нужно по-жесткому, мне кажется. Вот прямо сейчас там хардкод на хардкоде, и просто по SSH делать сам питон, прямо в фазе. То есть никакого фонового, ничего нет. Вот, и выполняет какие-то команды. Но в целом оно так и будет работать. Другой вопрос, что будет выбор, как именно идти. И, соответственно, по идее, все это должно работать как-то в фоне. То есть мы там, в Revit каком-то создаем задачу, а-ля сходим туда за дебой, вот такой коммит. А в Worker, не знаю, Stellar или самописцы уже идут, забирают эту задачу, делают в фоне и возвращают логи и статус. Отлично, на самом деле, если дойдет до релиза, я бы с удовольствием некоторым местам попользовал. Иногда бывает маленький проект, который мы проводим, но лень то есть основная идея, как там ПХПшник приходит, у него есть гид, у него есть там маскарадный сервер, и ему просто нужно как-то примитивным образом туда-сюда это катать аркады. Они да. С гидом не очень умеют, зачастую не лезут. Отлично. Спасибо. Ребята, 5 минут. Хорошо, тогда кто у вас? Так, Семенов.